Чё с башкой? Это точно тот радиоактивный паук. Чё, у меня с башкой всё как... Сколько я здесь провалялся? Это ещё чё за... Кто это был вообще такой? Помню взрыв, помню... Ой, башка... Опять! Да хватит, пожалуйста! Надо выбираться отсюда. База, прием, как... База! Тут бомба взорвалась, база! Это 69-й... Отправить, пожалуйста, скорую, база! Ой, что-то меня колошматит, конечно... Надо выбираться отсюда самому. Слушай, да куда уже езжай, куда-то лифт этот? Куда? База, прием. База, 69-й, отзовитесь, пожалуйста. База. Я сейчас так шандарахнусь. База. Помогите, пожалуйста. А, дальше. Помогите, пожалуйста. Че это за дичь? Что это? Это костюм, это не человек. Может, он меня спасет? Я... Че? Неопознанный объект. Сбой загрузки. Какой? Обнаружено какой сбой загрузки? Применение временной вакцины. Не надо вакцину, не надо вакцину, не... Сбой загрузки. Так. Мне стало легче. Добро пожаловать. Кто это? Какую вакцину мне только что вкололи временную? Подождите, вроде ничего не крутит, вроде башка больше не болит. Алло, где я? Сбой загрузки. Какой сбой загрузки? Сбой загрузки. Верни сбой меня! Загрузки. Так, подождите, я ничего не понимаю. Где? Что это вообще такое? База? База? Вообще сигнала нет. Запускаю полетный режим. Какому полету? Запускаю полетный режим. Какому полету? Не надо! Чё это так? Надо отправляться домой. Что это за костюм такой, а? Смена фазы полета. Смена фазы полета. Какая? Спокойно, спокойно. Улучшенная фаза полета. Какая улучшенная смена фаза полета? Чего? Идрит, колотить, ты еще быстрее летать не можешь, успокойся, дикий какой-то костюм. Да, где дом? Катюха, открывай двери. Как припарковаться? Опять этот камень. Я его видел в башне. Опять этот камень. Куда он исчез, а? Что это за камень такой? Что? Что? Что это там валяется?
Ой. Я крышу пробил своим костюмом. Вот сейчас весь дом сгорит! Катюха? Ты дома? А. Фу, хотя бы никого нет. Чё все горит-то? Так, ладно. Грудь болит. Грудь. Что это такое? Что? Что? Куда я нажал? Вернуться обратно! Фу! Сейчас бы опять что-то разнес. Записка. Какая записка? Я ушла на работу, в холодильнике есть суп, покушай. Спасибо большое, но кушать я как-то не хочу пока. Так хорошо, что Кати нет дома. Опять башка болит. Есть дома какие-то пилюльки, я не знаю, какие-то таблетки. Башка просто разрывается на части. Нет, ничего нет. Надо отправиться в аптеку. Сейчас у меня есть заначка в спальне. И надо как-то это отремонтировать до прихода Катюхи. Потому что если она это увидит, у нее 100% будут какие-то вопросы. А вот это, что у меня на груди, я никому пока что показывать не хочу. Заначка. Где? А вот заначка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 600 рублей плюс 1500 рублей. Этого 100% должно хватить. Так, нужно отправиться в аптеку. Аптека в городе. Что это за странные сны мне снились, пока я спала? Я только сейчас о них вспомнил. Куда я попал? Что это за чувак был? У меня такое ощущение, то, что я его видел вот там, в этой башне, когда все взорвалось. И что это за камень такой странный? И вдали там было что-то, была какая-то рука желтая. Ладно. Почему меня не видно? Что за сигнал потерян из-за этого костюма? Мне нужно как-то добраться до города до своей машины. В костюме я не могу передвигаться по городу просто так, потому что если меня спалят вдруг кто-то ночью, то будет очень много вопросов. Но самый главный вопрос, что это такое? Что это за костюм и откуда он там взялся? Ладно, я могу взлететь и приземлиться куда-то на здание, оттуда спрыгнуть вниз, снять костюм, сесть в свою машину и отправиться... Хватит! Хватит! Башка разливается! Ждать нельзя. Так, как это, как фигнёй этой управлять? Куда я нажал? Тихо! Так, нет, это не то. Это было не то. Как взлететь? Здесь поменять вот так, как было. Здесь вот так я могу взлететь, да? Да. Так. Тихонечко, не так быстро. Куда-то на крышу можно приземлиться. Я знаю, где находится аптека. Я могу приземлиться вот сюда, допустим, куда-то. Вот сюда. Здесь снимаю костюм. Там кто-то есть. Ладно, никого здесь нет, я могу здесь слезть. Тихонечко, главное себе ноги не сломать. Фу. Тут хотя бы я временно в безопасности. У меня есть такая теория, то что не просто так на верхнем этаже взялся костюм вот этот железного чубзилета. Я не знаю, что это такое. Почему у меня такие теории, то что там кто-то его для меня оставил? Не может быть просто так, чтобы Старк на своей башне на крыше оставил костюм. Или это просто какая-то пробная версия? В любом случае, мне этот костюм 100% нужно будет вернуть. Потому что если нет, ну, кто-то придет да заберет этот костюм. Он мне пока что спас жизнь, как мне сказали. Вот эта баба в костюме, то что это временная вакцина, через какое-то время яд этого паука опять начнет действовать. Так, нужно отсюда выбираться. Где аптека? Аптека вроде находится в другой стороне города. Если я хорошо помню, точнее, где аптека, я не знаю. Я знаю, где больница есть. Возможно, в больнице меня смогут принять.
Так, вот сейчас налево вроде. Еще... Вот, кстати, она. Вот она. Да, куда? Да, проводить атаки не научился! Тихо! Вот сейчас припаркуемся вот здесь где-то. Вот. Главное не врезаться с ним в какое здание. Я... Вот здесь, прямо на входе. Да, с машины всегда какая-то беда. Выхлопная труба через колесо вылезла. И опять башка начинает разрываться. Здравствуйте. Бабулька, я только спросить, извините, то, что... Что за наркоман? Да какой наркоман? Я только спросить... Мистер, с вами все в порядке. Как вы себя чувствуете, мистер? Разве вы не видите? Прекрасно себя чувствую, жизнь удалась. Где у вас здесь аптека? Там дальше? Нет, в нашем здании нет аптеки. Опять начинается приступ. В смысле, у вас нет аптеки? Ладно, спасибо большое, все, бабулька. Она находится рядом. Выйдите на улицу и поверните направо. Так, вроде отпустила. Может, вы у нас опять останетесь? Какая-то паническая атака. Я вижу, что вам очень плохо. Со мной все нормально. Спасибо большое за помощь. Так, выйти на улицу направо. А так вот аптека, почему же я ее с самого начала не заметил? Здрасте, у вас есть какие-то пилюльки? Я не знаю, там жароутоляющие, у меня температура, мне кажется, у меня башка просто раскалывается. Так, мазь для наружного применения. Давайте мазь, я не знаю, куда ее мазать. Все, что у вас есть, таблетки жаропонижающие. Давайте все, что есть. Сразу 4 упаковки куплю. Спасибо большое. Спасибо. Что в первую очередь бахнуть? Таблетки жаропонижающие или мазь для наружного применения? Что-то мне кажется, я совсем не ту мазь какую-то купил. Ладно, мазь оставим на потом. Таблетки. Ху, вроде отпустила. Так, сейчас мне нужно где-то укрыться, мне нужно проверить одну вещь. Так, здесь. Включить сигнал, словить сигнал заново. Сбой загрузки. Да почему не работает? Почему меня не видно до сих пор? Сбой загрузки. Вернуть сигнал. Сбой загрузки. В смысле не удается вернуть сигнал? Сейчас, может, что здесь есть? Может, я что-то не понимаю? Вернуть сигнал. Нет, сигнал точно не так не возвращается. Валим отсюда, пока этот аптекарь не вызвал полицию. Хоть я как бы полиция, но... Ладно, ничего страшного. Да как мне выбраться-то отсюда, а? Здравствуйте, у меня ордер на арест преступника. Он там за дверью находится. Спасибо за соучастие. Посчитает меня каким-то сумасшедшим, хоть в принципе я таким в данный момент являюсь. Все, таблетки у меня есть. Сейчас нужно поехать домой до приезда Катюхи. Я надеюсь, то, что я успею, хотя мне кажется, ее еще нет. Она вернется через пару часиков. За эти пару часиков. Да. Главное нормально доехать, целости и сохранности. За эти пару часиков мне нужно перестроить весь дом, потому что я его случайно взорвал, когда приземлился на крышу. Починить весь дом. Накормить пса своего. Я не знаю, сколько я там валялся. Главное не врезаться. Главное не врезаться. Не... Ну, немножечко поцарапал. Катюха! Ты до... А, нет, она не дома, меня 100% бы обнаружила то, что у меня дыра там в чердаке. Нет, здесь никого нет. Так. Хорошо, что хотя бы башка не кружится. Я не знаю, что мне делать. Сейчас. Вернуть сигнал. Сбой загрузки. Вернуть сигнал. Сбой загрузки. Так почему невозможно вернуть сигнал-то, а? Попробую еще раз связаться с базой. База, прием. Ответьте, пожалуйста, база. Да что происходит с этой базой? Что? В смысле? Не, только... Леша, я не просил тебя костюма. Кто-то придет за этим костюмом. Я...
Да, да не стреляйте! Ща я верну костюм! Что может... Ща я разберусь, как его снять! Ща... Может... Сейчас!